Сектор Газа це доволі має доволі щільну забудову і насичений великою кількістю підземних тунелей. Я, звичайно, не експерт у військовій справі. Я був у Ізраїлі тільки одного разу, і то було це відвідування Святої Землі, Єрусалим, мироточивий храм гроба Господнього, мироточивий камінь. Тобто мої візити в Ізраїль були винятково цивільними і скоріше направлені таке на своє духовне релігійне збагачення. От Цві Зільбер, ізраїльський журналіст, знає значно більше з цього приводу. Цві, добрий вам день. Шалом, вітаю, вітаю усіх і слава Україні. Дякую, Цвій, дякую, що ви з нами. Розкажіть, будь ласка, події останніх годин, події останньої ночі. Що відбувається, як змінюється ситуація, яка є динаміка, розкажіть нам. Ніч пройшла спокійно, не було ні одного обстрілу, і я думаю, що Хамас здувся. Я думаю, що і Хізбала здулась, тому що, если бы Хизбалла хотела напасть с севера, то она упустила свой момент, когда можно было застать Израиль врасплох. Сейчас Израиль уже провел мобилизацию, там стоят большие силы, и Хизбалла понимает, чем чревато сейчас начало военных действий. Уже пришел американский авианосец, то есть если бы Хизбалла хотела напасть, она явно бы не дожидалась подхода авианосцев. Вы же понимаете, что авианосец – это колоссальная сила, это 2000 человек, это катера, эсминцы, подводные лодки, 75 самолетов, система ПВО, ПРО и так далее. То есть этот эсминец, этот авианосец, простите, он пришел туда не просто так, это тоже фактор сдерживания, прежде всего, Ирана, но также и Хизбаллы и так далее, и так далее. Я думаю, что и Хизбалла, и Хамас уже сдулись, и сейчас Хамас думает, как бы вылезти из этой ситуации так, чтобы не потерять власть в секторе Газа. Я думаю, что это мало реально для него. Последняя попытка будет сегодня. Вот нам надо сегодня мирно выйти из сегодняшнего дня, потому что пятничные молитвы, потому что сегодня начинается пропаганда вот этих исламистских проповедников в мечетях, и Хамас уже накануне призвал всех мусульман к джихаду, все мусульмане должны по его призыву подняться и убивать евреев, где они их только могут достать. Я даже вот вижу информацию о том, что в разных общинах, еврейских общинах в мире просят не надевать кипу, просят не надевать какие-то там внешние там значки, внешние маркеры, по которым можно определить их принадлежность к еврейской общине. Вот. Ну, разумеется, будут приняты повышенные меры безопасности там, где живут ультраортодоксы, которых вот сразу видно в толпе, сразу видно, что это евреи. И особенно речь идет о западноевропейских странах, где есть много мусульман, где есть большие мусульманские общины, среди них много исламистов, которые прибыли вот с последними волнами беженцев с Ближнего Востока. Там есть и сторонники ИГИЛ, и сторонники Аль-Каиды, и кого угодно. И, наверняка, там много сторонников Хамаса, которые пытаются там устроить демонстрации. Кстати, и Германия, и Франция, и Великобритания запретили проводить демонстрации в поддержку Хамаса. Они будут считать символы Хамаса как символ поддержки террора и нарушения законов, запрещающих антисемитизм. Поэтому все зависит от того, как пройдет сегодняшний день, чтобы было поменьше провокаций, чтобы было поменьше попыток дестабилизировать ситуацию на палестинских территориях или внутри Израиля в арабском секторе. Пока я не вижу каких-то массовых настроений на восстание и на поддержку Хамаса, потому что я уверяю вас, что большая часть арабов тоже видела все эти картинки, и тоже они никак с этим не солидаризируются. Убийство женщин, детей, стариков. Вот вчера мы увидели фотографию 90-летней женщины, которая пережила Холокост, пережила Гитлера и была убита хамасовцами. Они ворвались к ней в дом, вытащили ее из защищенной комнаты, протащили в салон, в гостиную, и там поставили на колени и застрелили в голову. Вот. Это беспрецедентно. Израиль не видел таких картин со времен Холокоста. Были войны, но они не сводились к таким актам геноцида. Что я вам буду объяснять? Украинцы все видят своими глазами сейчас у себя. Это такие бучи, это такие десяток буч маленьких вдоль границы с сектором Газа.
Что вы говорите? Ірпінь. Ну, Буча, Ірпінь – це ті два міста, які найбільше постраждали від російського варварства, звірства на початку війни. Все, примеров очень много после освобождения Харьковской области и Херсонской области. Мы увидели много таких примеров практически в каждом населенном пункте. Вот так и здесь. Мы видели страшные военные преступления, страшную жестокость, казни людей со связанными руками за спиной. И, в принципе, то, что мы видели в Буче. И параллель просто сама собой напрашивается. И, конечно... Нормальный человек не может это одобрять, не может с этим солидаризироваться, поэтому среди арабов, израильских арабов точно, я думаю, что и среди палестинских арабов не очень популярна вот эта идея поддержать данную агрессию Хамаса, и вряд ли они хотели бы оказаться в палестинском государстве, которое было бы основано на таких вот принципах, на власти Хамаса. Я очень надеюсь, что сегодняшний день пройдет спокойно, и после этого уже на следующей неделе Израиль сможет планомерно зачищать сектор Газа. Очень может быть, что наземная операция начнется прямо завтра. Завтра шаббат, и завтра палестинцы надеются, что евреи по религиозным предписаниям не будут этого делать. Но, на мой взгляд, на взгляд военных аналитиков, это был бы самый удобный момент. Вот. Если мы удачно переживем эту пятницу мечети и проповедников, то завтра уже можно начинать наземную операцию. Израильские силы готовы. И я думаю, что если это будет только война с Хамасом, это займет 2-3 недели где-то до полной зачистки Газа и свержения режима Хамаса. Фраза 2-3 тижні нас, українців, дуже сильно тригерить. Я думаю, ви розумієте, з якої причини. Цві, скажіть, будь ласка, от я, дивлячись на те, що відбувається в Ізраїлі, моніторю різні засоби масової інформації, от я читаю таке, що ортодоксальні євреї Єрусалиму підтримали Палестину. Більш того, ортодокси закидали каміннями, вигнали зі свого кварталу Міа-Шеарім ізраїльських поліцейських, які приїхали розібратися з вивішеними в кварталі прапорами Палестини. Це правда? Є такі подібні настрої серед населення Ізраїлю? Чи це фейкові ЗМІ? Нет, это правда. У нас есть такие суперортодоксальные группировки, которые не признают государство Израиль. Дело в том, что по их трактовке священных писаний Бог разрешит евреям воссоздать свое государство только после прихода Мессии. Вот они ждут Мессию, а мейнстрим, скажем, израильских религиозных сионистов говорят, что мы сами должны привести Мессию тем, что мы построим свое государство. То есть, видите, от трактовки в любой религии все зависит от трактования. Но действительно, у нас есть несколько таких сект, очень опасных, очень закрытых, очень тоталитарных, которые не признают израильской власти, не признают израильской юрисдикции. Они не говорят на иврите. Ну, то есть молятся они на иврите, но говорят с друг другом они на идыше. Они вывешивают палестинские флаги. В День независимости Израиля они вывешивают черные флаги в знак траура. Они ездят на всякие конференции в Иран, в том числе на конференцию по опровержению Холокоста, который в свое время устраивал Ахмадинеджад, и полностью солидаризируются с нашими врагами. Вот. Но это скорее такие маргиналы, скорее это такие примеры каких-то экстремально выживших из ума людей на почве своей религии, на почве веры. Поэтому мы в Израиле уже к этому привыкли, их не особо много, их может быть там несколько сотен человек таких. Они называются «Нетурей Карта», есть... несколько таких маленьких хасидских группировок, которые выступают против государства Израиля. И я не сомневаюсь даже, что они вывешивают палестинские флаги. Цві, війна в Ізраїлі зараз розвивається дуже динамічно. Змінюється, мені здається, ситуація, змінюється, будуть змінюватися і надалі, тому що це не буде, дай Бог, щоб це швидше закінчилося, але ми розуміємо, що це може бути 2-3 тижні, це може бути місяць. Чому, як ви вважаєте, ізраїльська армія вже вчиться, або чому вона може навчитися в української армії? Ну, много чему израильская армия может научиться украинской армии. Например? Вот у нас позавчера
вечером стали прибывать очень тревожные сообщения о том, что две волны дронов зашли в Израиль со стороны Ливана и двигаются в сторону военных объектов в центре Израиля. Это боевые дроны с зарядом взрывчатки. Потом оказалось, что это ложная тревога, и вообще армия извинилась, потому что полстраны по тревоге побежали в бомбоубежище, непонятно было, что за этим дальше последует. Потом были какие-то сигналы о проникновении террористов Хизбаллы на территорию Израиля, которые тоже потом оказались ложной тревогой, и в нескольких городах на севере была тревога. Вот. Но неважно, Израиль не умеет, ничего не может сделать с такими дронами примитивными. То есть мы дроны сбиваем либо патриотами, у нас тоже была такая ложная тревога. Ну, дрон сбивати патріотом, дрон, який коштує, наприклад, 30 тисяч доларів, і збивати його патріотом, один випуск ракети, якого коштує 3 мільйони доларів, ну, знаєте, м'яко кажучи, у нас, як знаєте, в Україні є анекдоти про євреїв, які вміють заощаджувати, то тут, ну, от не заощадливо. Да, я об этом и хотел сказать, что использовать ракеты ХЭЦ или Патриоты, или железный купол против, даже железный купол против дронов, это очень и очень дорого, и мы не выдержим просто с точки зрения ресурсов, если будем вести такую войну. Либо поднимают самолеты F-16. Вот когда пошла эта волна дронов, подняли F-16. Ну, один взлет эскадрильи самолетов F-16 тоже стоит немало, и далее, конечно, ракетами воздух-воздух их сбивать, это тоже, это просто такой воздушный бой. Дороговато. Украинцы научились эти дроны сбивать и засекать, и обнаруживать, и перехватывать. Я думаю, что здесь именно у Израиля есть интерес эти технологии перенимать. Я более того скажу, в тот момент, когда иранские дроны появились в Украине, я был уверен, что в тот же момент там появятся израильские специалисты, которые будут эти дроны изучать и будут разрабатывать вместе с украинцами всякие системы, как эти дроны перехватывать или сбивать. Но нет, потом оказалось, что израильская политика нейтралитета вот сработала даже против интересов безопасности Израиля. Факт, что мы пока не умеем с этими дронами ничего сделать, кроме как сбивать их дорогущими ракетами, ну, либо поднимать в воздух эскадрильи F-16. Поэтому вот первоочередная задача – это научиться сбивать дроны. Ну, я могу привести еще несколько примеров. Ну, давайте скажем, Буча. Да, вот в Буче, когда это все открылось, все эти преступления открылись, прибыла масса международных экспертов из прокуратуры разных стран, из международных органов, которые начали все фиксировать для того, чтобы потом были четкие доказательства в суде о совершении военных преступлений. Вот этого у нас нет. То есть у нас мы все это держим в себе. То есть пригласили прессу, показали прессу, но далеко не все. Показали прессе, тела уже были накрыты, да, и потом был даже разговор, что, ой, на самом деле не было никаких детей с отрубленными головами. И журналистка, которая об этом написала, сказала, нет, я своими глазами не видела, хотя Джо Байден сказал, что видел это своими глазами. Но есть в Израиле определенные принципы, но нет, не привлечены никакие международные эксперты, никакие международные органы для того, чтобы Израиль потом мог доказать. Ведь наверняка судебные разбирательства будут. И Израиль попросит дать отчет по каждому убитому палестинцу, как это бывало обычно во всех прошлых случаях. Вот. Я думаю, что этому тоже Израилю надо поучиться у Украины, как сотрудничать с разными международными органами, хотя Израиль не подписал Римский статут и не имеет отношения к Международному уголовному суду в Гааге. Но, тем не менее, да, вот я думаю, что каким-то образом Израиль должен интегрироваться в эту систему и сотрудничать, и эти все преступления должны быть документированы и переданы потом для рассмотрения в судебных органах. Я вам дуже дякую. Немає сумнівів, що ізраїльська армія впорається. В цьому немає сумнівів у професіоналізмі, у згуртованості і у мотивованості ізраїльської армії. Ми тільки бажаємо, аби все це відбулося якомога швидше. Цвій Зільбер, ізраїльський журналіст. Дякую.